Здравствуйте, меня зовут Диана Латсон. Я соучредитель и директор департамента по созданию продуктов Arix. Сегодня мы поговорим о Purity, о том, где ничто становится всем. Сегодня у нас два замечательных гостя. Том Джексон, вице-президент по созданию сертификации продукта. Добро пожаловать, Том. И наша прекрасная Дженнифер Хардман. Она еще не знакома с продукцией Arix. Сегодня мы поможем вам и всем слушателям понять, насколько уникальны продукты Purity. И мы расскажем о пользе, которую они принесут. Добро пожаловать, Дженни. Спасибо. Мне уже нравится слоган «Где ничто становится всем». Хочу попросить вас рассказать обо всем чуть подробнее. Мы должны помнить, что Arix предлагает уникальные бренды с продуктами для здоровья самого высокого качества. А Purity мы разработали, потому что чистый воздух и вода являются основой здоровой и долгой жизни. Многие даже не догадываются, что в настоящее время загрязненный воздух стал одной из пяти самых значимых причин смертности на планете. Вода, содержащая токсины, приводит к серьезным нарушениям в организме. И эта великолепная линия продуктов для здоровья была бы не полной без чистого воздуха и чистой воды с фильтрами Purity. Удивительно, я об этом раньше даже не задумывалась, но то, что вы говорите, не лишено смысла. Нужно действительно тщательно следить за чистотой воды. Количество загрязнителей настолько велико, что нам даже сложно себе это представить. Да уж, действительно, это может показаться некой тактикой запугивания, когда мы рассказываем о проблемах с водой и воздухом, особенно с водой. В воде содержатся тысячи химикатов. И на все объяснения мы слышим в ответ что-то вроде «Хорошо, но я использую бутилированную воду». Как раз хотела задать вопрос на эту тему. Я иду в магазин, там много разной бутилированной воды. На каждой этикетке написано, что она лучше всех остальных. Но все эти обещания ничего не значат. Да уж. Если протестировать бутилированную воду, в ней можно обнаружить около 25 тысяч разнообразных уникальных химикатов. Чаще всего оказывается, что это простая водопроводная вода. А пластик, в который она разливается, это вообще отдельная тема. Он выделяет вредные вещества. Правильно, я понимаю, этот продукт способен все это удалить из воды и сделать ее безопасной. Конечно, это основная задача фильтра. В какой-то мере индустрия бутилированной воды – величайшая афера последних 20-30 лет. По сути, промышленники убедили людей в безопасности такой воды по сравнению с водопроводной. Как уже говорила Диана, большинство проблем с водой возникает из-за пластиковой тары. В погоне людей за дешевизной они травят нас дешевым пластиком, химикаты из которого проникают в воду. Получается, что вы помогаете не только человеку, но и окружающей среде, обходясь без пластика. Расскажите, почему нам всем стоит использовать Purity? На это масса причин. Вы упомянули про окружающую среду, давайте об этом поговорим. Один фильтр равнозначен 450 пластиковым бутылкам с водой. Другими словами, один фильтр не дает 450 пластиковым бутылкам попасть в землю и в воду нашей планеты. Мы должны об этом беспокоиться. Все подобные загрязнения атмосферы пагубно скажутся на будущем наших детей и внуков. И если у нас есть еще возможность на что-то повлиять, давайте сделаем правильный выбор. Используя этот продукт, вы избегаете попадания химикатов в организм. Мне также нравится дизайн. Это очень красивая бутылка. И очень прочная. Мы использовали самые лучшие, самые безопасные материалы, которые только смогли найти. Том, позвольте на этом заострить внимание, потому что мы только что говорили об опасности пластика. Ваш продукт тоже пластиковый, но мы используем специальный тип пластика. Да, мы используем специальный полимер тритан, который прошел множество испытаний. Он сертифицирован на отсутствие бисфенолов А, химических веществ с андрогенной и эстрогенной активностью. Эти вещества схожи с андрогенными и эстрогенными соединениями нашего организма и могут нанести вред здоровью. Их обнаруживают сегодня во многих видах пластика. Полимер тритан, который мы используем, прошел ряд серьезных испытаний, чтобы доказать отсутствие в нем этих компонентов. Кстати, фильтр не такой уж тяжелый. Его легко носить с собой, даже когда он полный. Мне кажется, он легко поместится в сумочку.
Хорошо, Том. Давайте теперь расскажем немного о результатах тестирования. Они просто потрясающие. Результаты действительно поражают. Мы работали с ведущими исследовательскими лабораториями по изучению окружающей среды в США и Канаде. Результаты опубликованы и находятся в свободном доступе. И микробиологический, и химический анализ. В эти цифры даже сложно поверить, но они указывают на очень высокую эффективность фильтра. Расскажите немного подробнее о микробиологическом анализе. Что это значит? Микробы — это то, из-за чего мы оказываемся в больнице. Бактерии, вирусы, простейшие одноклеточные. Из-за них мы и заболеваем. А еще, когда в организм попадают такие химикаты, как тяжелые металлы, пестициды, гербициды, они могут не давать определенные симптоматики, но позже сказываются на здоровье. Не знала об этом. Вы знаете, фильтр очищает от всех видов загрязнителей, поэтому этот продукт уникален. Если вы посмотрите на массу других фильтров в магазине, будь то домашние или портативные, обычно они нацелены на работу с одной или двумя группами загрязнителей. Говоря про группу загрязнений, я имею в виду пестициды, гербициды, тяжелые металлы, гормоны, медикаменты, которых в источниках воды огромное количество. Отличие нашего фильтра от остальных в том, что он работает со всеми типами загрязнений. У нас действительно ничто становится всем. Меня это наводит на мысль, что если случится какой-то природный катаклизм, у меня будет с собой такой фильтр, я смогу чувствовать себя спокойно и могу пить любую воду. Да, это так. Это особенно актуально для меня. Я живу в Калифорнии, в сейсмически активной зоне. Для наших мест это особенно актуальный продукт. Но я бы хотела дополнить слова Тома. Мы очень много путешествуем по миру. Я постоянно бываю в Азии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Мексике, Корее. И везде мы пьем воду только из нашего фильтра. Не выходя из гостиницы? Да, прямо в номере гостиницы, потому что мы знаем, что лучшей воды, чем в нашем фильтре, мы не найдем. Впечатляет. Это еще один продукт в копилку других не менее прекрасных и впечатляющих продуктов вашей компании. Мы меняем правила игры. Я не видел ничего похожего на рынке, да и в индустрии. Я тоже. Чтобы все эти качества уместить в портативном фильтре, который практически не требует обслуживания, потребовалось мастерство целой группы инженеров. Вы знаете, им это удалось. Ведь чтобы добиться такого качества очистки от вредных веществ, в классических фильтрах используются специальные смолы, которые нужно поддерживать во влажном состоянии. Их нужно промывать. Они требуют тщательного обслуживания, чтобы оставаться эффективными. А нам удалось спроектировать продукт без всего этого. И состоит он всего из двух частей. Это мощная, технологически продвинутая разработка, портативная, небольшого размера и легкая. И не требует специального обслуживания. Ее легко брать с собой, что мне очень нравится. Да, и помните о том, что в Ари-Икс мы не только заботимся о вас и вашем здоровье. У нас есть также долг перед обществом. У нас есть миссия. Мы хотим убедить людей перестать употреблять воду в пластиковой упаковке. Не только ради нашего здоровья, но и ради благополучия нашей планеты. Если мы посмотрим на цифры, то будем поражены, насколько сильно мы можем влиять на природу, если избавим Землю и океаны от огромного количества пластика. Это одна из миссий нашей компании Ари-Икс — положительно влиять на нашу окружающую среду. Если бы каждый человек в мире начал использовать этот фильтр, от какого количества пластиковых бутылок мы бы избавили планету? От миллионов. И миллионов. Миллионов? Миллионов пластиковых бутылок. Они больше не будут попадать в нашу окружающую среду. Вы сэкономите много денег, если будете использовать этот продукт. Абсолютно. Сколько люди тратят денег каждый день на пластиковые бутылки с водой? При этом один фильтр способен заменить 450 бутылок. Верно. И нельзя сказать, что бутылки дешевые. Да, точно. Если вы используете фильтр на 250 литров, то получится меньше 15 рублей за литр. Самая дешевая бутылка воды стоит намного дороже. Часто мы смотрим на воду в упаковке, она прозрачная. Мы не видим там загрязнений. Человеческий глаз их не различает. Этот продукт — наше обещание вам, что теперь у вас, ваших детей, ваших любимых людей будет только чистая, безопасная вода.
Вы можете пить ее каждый день и где угодно. Вы можете показать его своим друзьям, и вскоре ваша семья будет его использовать. Все будут ходить с фильтром. Да, люди будут присоединяться к миссии. Когда я думаю, сколько воды я пью каждый день и сколько вдохов я делаю в день, даже не сосчитать. И тогда становится очевидным, насколько эти продукты могут изменять наши жизни, насколько они нам необходимы. Да, это так. Найдите один час своего времени и проведите небольшое исследование. Узнаете, что находится в воде, которую вы пьете, и что находится в воздухе, которым вы дышите. Тогда вы поймете, что мы на пороге кризиса здравоохранения. Особенно это касается тех, у кого есть дети, а также людей преклонного возраста, у кого есть проблемы с аутоиммунной системой. Эти два продукта обеспечивают вас чистой и безопасной водой, чистым и безопасным воздухом, а это основа долгой и здоровой жизни. Два самых важных компонента нашей жизни. Диана, Том, спасибо вам большое. Пожалуйста.